Друзья, мы продолжаем нашу э, теперь уже зарекомендовавшую себя практику обращения на нескольких языках для того, чтобы максимальное количество выходцев из Грузии, живущих за границей, их детей, нашего молодого поколения, к сожалению, там не, не, не знающего или забывшего родной язык, имели возможность следить за тем, что мы делаем. И сегодня я хочу рассказать об одной из самых интересных сфер нашей деятельности, де деятельности нашего общественного движения. Это общественные советы, которые мы создали в нескольких сферах или в нескольких отраслях. Во-первых, зачем мы это сделали? Мы считаем, что общественное движение, ставящее своей целью там, политические и стратегические преобразования в жизни страны, обязательно должно быть наполнено смыслом. Иначе все это сведется к простой политической возне и толкотне, которая не является нашим любимым видом спорта. Соответственно, мы решили выбрать те отрасли те сферы жизни нашей страны и нашего народа, которые, на наш взгляд, наиболее нуждаются в соответствующих преобразованиях и позвать туда людей умнее, умнее нас: специалистов, ученых, деловых людей, чиновников, то есть людей, практикующих то или иное, тот или иной вид деятельности в этих отраслях, и спросить их мнение. Мы выбрали сначала 9 отраслей, потом это разрослось до 13, сейчас это разрастается до 20. Невозможно всего объять, но вот список из 13, которые мы посчитали приоритетными для Грузии, это общественные советы в области образования, науки, экономики, энергетики, э, военной сферы и безопасности, внешней политики, медицине, э, в культуре, э, в спорте, в архитектуре и урбанистике, в э, правопроизводстве, мы так назвали, широким термином в сельском хозяйстве и в сфере семьи и демографии. Вот эти 13 сфер или отраслей, кроме них еще направлений, кроме них, видимо, будет еще дробление, как я уже сказал, эта цифра возрастет до 20. И давайте теперь я вкратце расскажу, как мы работаем. Мы зовем туда пару десятков, три десятка там, специалистов, Нашу роль как участников этого общественного движения мы видим в координации работы. Работа ведется в виде конференции в Зуме. И мы задаем вопросы и задаем русло течению дискуссии. Разбита она на три основные фазы. Это не обязательно всего лишь три конференции. Это может вылиться и в большее количество встреч, но принципиально это три последовательные фазы работы этих групп или этих общественных советов первое это диагностика где мы стараемся вычленить э, самые актуальные проблемы той или иной сферы или отрасли по мнению этих специалистов то есть что приоритетно что больше всего болит у той или иной отрасли и э, мы стараемся не только их идентифицировать, и опять же всего объять невозможно. Мы стараемся там выписать приоритетные там три-пять основные проблемы той или иной э, сферы жизнедеятельности нашего общества и государства, и после этого мы стараемся при этом же первом же этапе стараемся присудить или э, э, приписать какие-то, где это возможно, цифровые показатели этих проблем. Например, мы говорим, что в сельском хозяйстве нам не хватает ветеринаров, и давайте напишем, сколько у нас в среднем приблизительно их сейчас в стране имеется. Да? И вот таким образом мы стараемся э, в, на первом этапе, при первой фазе, Просто ограничиться описанием проблем. Заканчиваем работу, расходимся и договариваемся, что переходим на второй этап. Второй этап ⁇ это идентификация целевых показателей, только реалистичных, исходя из тех проблем, которые мы описали. То есть, если мы сказали, что нам не хватает в сельском хозяйстве ветеринаров, давайте соберемся и решим какую реалистичную цель страна и общество могут себе поставить при правильном подходе через три года. Потому что нельзя же ставить какие-то несбыточные планы и нельзя ставить никаких планов. Соответственно, мы стараемся определить целевой показатель, там, где это возможно, присудить ему тоже какое-то цифровое значение. Поэтому это такая достаточно детальная работа, очень интересная, ведомая людьми гораздо умнее нас в этих сферах. И на этом мы стараемся вторую фазу закончить. То есть при завершении второго этапа работы общественного совета мы расходимся с четким пониманием целевых показателей, к которым мы должны стремиться, если мы хотим исправить ситуацию в стране, что реалистично при наших ресурсах и при условиях нашей страны. Третий заключительный этап ⁇ это как дойти от А до Б. От точки А, которую мы описали как проблематичную, до точки Б, которую мы описали как желаемую. По сути, это выработка плана действий, бизнес-плана, стратегии, назовите как угодно. С помощью этих же специалистов, уже вошедших в русло дискуссии, понимающих, что мы ищем. Пользуясь, пользуясь тем же примером, это значит, что мы стараемся описать, если мы говорим условно говоря, что у нас столько-то тысяч ветеринаров, а желательно через три года иметь столько-то, мы должны положить план действий, как мы восполним этот дефицит. Сколько таких специалистов выпускают наши вузы, насколько им нужно расширить программы подготовки этих специалистов. Если этого не хватает, условно говоря, откуда мы возьмем из-за границы приглашенных специалистов, сколько это будет стоить бюджету, как их распределить по стране и так далее. Понятно, да? И вот э, в результате всей этой работы на стол кладется конкретный план действий по той или иной сфере жизни нашего общества и нашего государства. Я изначально надеял, надеялся, что основной обрис или основной контур этой работы будет завершен к лету, но, судя по всему, это очень. Э, серьезная работа. Дай бог, чтобы мы до конца года, до конца 2022 года имели хотя бы какое-то понимание там, пакета пара, программ в каждой из этих сфер с помощью наших уважаемых специалистов. И, соответственно, все вы, кто болеете за Грузию, кто знает что-то из этих отраслей или считает, что тот или иной специалист может быть пригоден в нашей работе, вне зависимости от того, находится он в Грузии или служит и работает за рубежом, приглашены к этой работе. Делитесь с нами вашей информацией, присылайте ваше мнение, оно нам всегда интересно. До новых встреч! Gracias.